Библия ночь начнется прямо с утра. В первой половине дня в детских библиотеках пройдут акции для маленьких читателей. В 17 часов начнутся «Библиосумерки» в городской юношеской библиотеке. Арт-встреча «Прикоснись к театру сердцем» позволит заглянуть в прошлое зимнего театра, главной сцены Сочи. А студенты превратятся в актеров и сыграют роли в пьесе собственного сочинения. Главные события «Библионочи» продолжатся в центральной городской библиотеке. Ночные посетители убедятся, что здесь могут оживать герои книг. Здесь запланирован библиоперформанс, видеогостиная, библиофреш и концертная программа. А еще каждый участник акции сможет сделать необычное фото в театральной гримерке, принять участие в мастер-классе «Театр масок» и поиграть в книжные жмурки. Отличившиеся унесут домой в подарок, конечно, книгу.